сила же души наша. С молитвы начинается торжественное открытие выставки современного церковного искусства «Дом Господень» в православном просветительском центре Усово-Спасское. Экспозиция подготовлена Ассоциацией гильдии храмоздателей при поддержке фонда Ельсоветинское Сергиевское просветительское общество к столетию перенесения мощей великой княгини Елизаветы Федоровны в Иерусалим. Елизавета Федоровна всегда была не только покровительницей исторических и традиционных стилей классицизма, стилей историзм, который так любил император Александр III, но и основательницей новых стилей. Она была покровительницей неорусского стиля, это вариант стиля модерн в России. Завершает официальную часть выступления хора Московского подворья Валаамского монастыря. Царю небесный. После этого организаторы и почетные гости разрезают ленточку. Выставка официально открыта. Часть представленных икон из Валаама. Наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, ознакомившись с работами, особо отмечает две из них. Скульптуру, где автор представил свой взгляд на тему Голгофы, и Троицу Ирины Зарон. Это, конечно, не Рублев, но, тем не менее, это вот взгляд на эту композицию нашего современника. Понятный, доступный, очень интересный. Современные иконописцы используют в своем творчестве новые материалы. Натуральный пчелиный воск, твердые смолы, бивень мамонта. На выставке можно увидеть иконы, высеченные на камне, вырезанные из дерева, украшенные самоцветами, а также больше похожие на художественные картины, созданные на тему христианских легенд. Когда смотришь на эти работы, они светлые, они радостные. А учитывая то, что прошлый год для нас был такой тяжелый, он был омрачен всеми нашими ограничениями, связанными с коронавирусом. Особенно, в общем-то, конечно, пострадала культура. Мы вынуждены были все перейти на онлайн какие-то образования, онлайн-программы. А сегодня, когда мы вживую можем общаться и с художниками, и, в общем-то, с теми, кто, в общем-то, создавал эту выставку, работниками искусства, знаете, это праздник. Всего на выставке представлено более 100 работ современных иконописцев, архитекторов, керамистов, ювелиров, художников и скульпторов из разных городов России. Все экспонаты выполнены в единственном экземпляре. Причем в каждом чувствуется как приверженность традиции, так и новаторский взгляд на церковную архитектуру и искусство. У нас в России отдельно свой уникальный путь. Вот пока мы помним наши традиции, пока мы бережем и храним эту память, и при этом смотрим в будущее, у нас все получится. Ознакомиться с уникальной экспозицией, расположенной в двух залах православного просветительского центра Усово-Спасское храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово, можно вплоть до 5 мая. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и быть в защитных масках. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».